Более 30 миллиардов рублей внесли югорчане в копилку фонда капремонта. Это за все время действия программы с сентября 2014-го. Собираемость взносов на капремонт многоквартирников в округе продолжает расти и уже составляет почти 95%. Больше всего средств накопили жители самых крупных городов Югры – Сургута и Нижневартовска. На их долю приходится 8 и около 7 миллиардов соответственно. Лидерами по собираемости взносов традиционно являются Лангепас, Когалым, Покачи и Нефтеюганск. Самые низкие показатели в Ханты-Мансийском, Березовском и Кандинском районах. Но стоит отметить, что там порядка 90%. Что касается задолженности по уплате взносов, то на 1 июня 2024 года она превысила 1,5 миллиарда рублей.